Пограничники Таджикистана приведены в полную боевую готовность в связи со стремительным приближением талибов из афганской провинции Кундуз, которые на этой неделе взяли штурмом ее одноименную столицу. Как сообщается, несколько часов назад террористы захватили район Имам-Сахиб, а это всего в 30 километрах от пограничной реки Пянж. По некоторым данным, численность банд доходит до 1500 человек, причем состоят в них экстремисты из различных группировок, включая и боевиков Исламского государства. Известно, что они хорошо вооружены, так как недавно захватили военную базу недалеко от Кундуза и взяли трофеи, но сам город удержать не смогли. Этой ночью он перешел под контроль афганских сил безопасности.